Pets World представляет изменение климата. Нет ничего лучше, чем электрический вентилятор в жаркий денек. Эд, я думаю, нам не стоит использовать столько электричества. Что ты имеешь в виду? Что ж, если мы продолжим использовать так много электричества, тогда электростанции, которые его вырабатывают, будут работать сверхурочно, и это приведет к выделению чрезмерного количества парниковых газов, которые полетят к ледникам и будут плавить их, что в итоге приведет к сильному изменению погоды, что повлечет за собой нагрев Земли и наводнение одновременно. Пф, не будь глупым. Как именно наше использование электричества сможет вызвать это? Да, думаю, ты прав. Эй, могу я взять один? Нет. Кто-то где-то точно использует много электричества. И ты клонишь к... Я просто люблю рассказывать. Арктика. Ну или то, что от нее осталось. Внимание, столько же здесь только ты. Самая большая надвигающаяся волна с северного пола. Че это за звук? Святой хот-дог в тостере! Это гигантская волна! Хей, Эд. Он не такой уж большой. Я видел побольше. Это немного побольше. Быстро! Эд, выключай все, пока не стало слишком поздно! И каким же образом это поможет теперь? Выключай все нахуй! А, блин, она приближается! Алло? Да, это я. Слушай, похоже, мне недолго осталось, и я решил позвонить. Да, верно. С дополнительными анчоусами, пожалуйста. А, она прямо передо мной! Оу, так немного лучше. 97, 98, 99, 100. Ну чё, готовы? Я иду! Это просто тупо. Знаете чё, ребят? Я кое-чему научился сегодня. Мэтт прав, нам нужно более серьезно сокращать потребление электроэнергии, даже если это что-то незначительное, типа как выключить всякую хрень перед тем, как идешь спать. Ну а если нет, мы все нахрен умрем. Что ж, это было самое прекрасное, что я когда-либо видел. И радуга была такой... Стойте, это гигантская волна? Огромнейшее спасибо за просмотр, обязательно подписывайтесь на канал Оригинала, а также, если вам понравились мои переводы озвучка, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите в комментариях, что вы еще хотели услышать в озвучке от меня, и не забывайте делиться этим видео с друзьями. Простите, что ролики стали выходить чуть реже, над этим я работаю, ну а с вами был Фиди, всем удачи и пока. И да, зацените одну штуку. Что ж, если мы продолжим использовать так много электричества, тогда электростанции, которые его вырабатывают, будут работать сверхурочно, и это приведет к выделению чрезмерного количества парниковых газов, которые полетят к ледникам и будут плавить их, что в итоге приведет к сильному изменению погоды, что повлечет за собой нагрев Земли и наводнение одновременно. Я чё, это с первого дубля записал? Чё?